Ну что, настало время. Ебать, я еще и в Зевса попал в третьем пиком. То есть, типа, кто там на миде? Либо Зевс, либо Скаймаг, но учитывая, что Скаймаг взят первыми двумя пиками, скорее всего, Зевс мид. А это, в свою очередь, значит, что это легчайшая линия для меня. Понимаете, да? Нет? Да нет? Нет, да, ребят. Понимаете, не понимаете? Скажите в чате. Изи антимаг. Сейчас вам покажу белорусского фармилу. Именно почему меня боятся все. Моего антимага. Вот. Сейчас увидите. Сейчас расскажу вам секреты игры, тонкости и как правильно выигрывать мид на этом персонаже. Вот. Все, пора окно закрывать. Я уже чувствую, что холодно. Вроде как чуть-чуть проветрил. Хватит. Ну и чуть-чуть попрохладненько стало. Погнали, погнали. Спасибо за подгоны. Всех приветствую на стриме. Это четвертая игра. Или уже пятая. Пятая, потому что стрим идет 4 часа 13 минут. Пятая каточка. Погнали. Антимаг, кстати, тут неплохо заходит. Единственный минус... У них комбинация под купол, ульт Скаймага плюс нимбус Зевса плюс ульт Зевса, и можно пизды получить. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Ставку надо дать, ставку надо дать, ставку надо дать. Какую бы ставку дать? Я вот подумаю сейчас, на что бы поставить. Вот у меня в харде Скорпион, у них... Хуй знает кто в харде. Давай сделаем так. Будет ли у кого-нибудь 19 ассистов? Имеется в виду и союзные, и вражеские герои просто. Хоть один герой с 19 ассистами. У вас 2 минуты. Хорошего стрима, чучик, дело. Приветствую. Странный у тебя вопрос, потому что как дела? Они кочек дела обычно спрашивают. Сам ты олень. Спасибо, Роман, за 1000 рублей. Я не знаю, что ты доебался до меня. Вообще, Роман, ты мне, по-моему, не донатил под таким ником, но это не важно. Ты гачист, и это самое главное, что стоит понимать. И почему-то YouTube опять не работает. Но, слава богу, там гачи поставили. Ну, это плохо, но с точки зрения клипа, там клип не нужен. Я про это. Вот, спасибо огромное за кэс, братик. Врублю как смогу, потому что YouTube пролагивает. YouTube умер, пишут опять. Что-то с YouTube в последнее время. За последние 7 дней YouTube второй раз уже умирает. Вот так вот, что просто ты не можешь на YouTube зайти. Пиздец какой-то. Причем умер просто во время доната. Вот, спасибо за кэс. Врублю, как YouTube заработает. Без клипа, естественно. Так, кто на миде? На миде Зюз, как я и предполагал. Иду. Первая кровь оросила песок. Идеально. Получай. Вот быдло на Зевсе. Нормально, он скоро без маны останется. Хотя там, блядь, манга этих миллион. Что там по манга? Там 2 манга, 2 кларетки. Я думаю, может без блинка сыграть? Пока что. Ебать, как у него такой рейндж атаки большой? Я без этого, без блинка сыграю. По-моему, он обсервер поставил, но это не точно, я не видел. Я не обратил внимания, кстати. Кто шарит, был у него обсервер или нет? Правда со мной. Я просто не прокликивал. Не зложу тебя. Мне почему-то кажется, что нет, что он просто ненормальный, так подошел и хуйней пострадал. Иду. Нормально, антимаг не догоняет Зевса. Понимаю, это только мой антимаг не догоняет вражеского Зевса. Наоборот, это не работает. Пришел как-то в цирк. Объявляют, что выходит клоун. Выходит стрей, а шутит вообще не смешно. Он не знает, как рассмешить публику. И вдруг говорит, что чернокожие тоже люди. Долбоеб, ебаный, иди нахуй отсюда, блядь. Своими попытками, блядь, хуйню понести. У сука, включай сам. Ссылка удалена. Я включу. Спасибо за донат. Я включу сейчас. Да я, ты ж меня, у меня есть оно в последних медиафайлах. Все есть. Никто меня не остановит. Переигран. На скиллухе.
Иди-ка сюда. Вперед. На скеле. Разъебал. Шо у него, бля, у него 200 мана еще есть. Твоя жизнь в моей власти. Шо, он решил всю ману потратить вперед. Сразу? Смерть. А что если я вот так сделаю? Контрспелл в двоечку, ебанов. Все равно убить я его в ближайшее время не смогу. А башня чисто такая, она хейтит меня. Иду. На скеле прочитано. Боже, как же я играю. Вы обратили внимание, насколько я ебашу в эту игру? Блинк нельзя тратить. Блин, нельзя тратить. По пути истины. Мы сейчас руну должны забрать. Да. Настоящая добродетель. Хорошо. Так, хорошо, колечко берем. Шо у нас 59? Это мое. Четыре. Ну руну надо забирать. 300% мы ее берем на скеле. И иллюзии отправляем на Зевса, если что, гонять. Если он бояться вдруг не будет. Так, ну Зевса мы перефармливаем. По Денаем, я думаю, тоже мы впереди. Иллюзии отправляем на Зевса. И зоним его возле башни вообще. На скеле. Хотел крыса старая, блять, спиздить у меня. Крипа. На скеле. На скеле. Хорошо, нормально играем. Иллюзии отправляем. Ману забираем у молодого. О, это мой тиммейтик. Знакомьтесь. Так, я врубил непотребство, которое ты поставил. На скеле переигран, старый. Вот стоило это ставить вообще? Извините, сэр, но вы были переиграны на скеле. Папушка! Блин, у меня пинг, конечно, поднялся. Я чувствую задержку небольшую в движениях. Давно такого не было. Соединение хуёвое, видимо. Папушка! Спасибо огромное за донат. Очень оригинально. Никто меня не остановит. Очень оригинально. Бля, у него приоритет стоит на Денае, а не на фарм крипов. Он вообще ебанутый. Бля, с фармом не везет. Чуть-чуть. Перчатку принесем сразу. Бля, у меня задержка какая-то, да. Пиздец. Неприятная. Пчелиную соту хочу. Переигран дважды.
Трижды. Четырежды. За 2 секунды. Вот так вот, ебать. Beautiful moves. Сюда, блядь. Все, он уже вахуй, он уже ушел. Он уже понимает, что тут ГГ. Он пошел чекать руну сразу, потому что у него вафли дымятся. Чекну на рандоме. Рандом в мою пользу сегодня. Изи на скилле. Хорошо. Так, как профессионал играем. Сюда. Крипов отвели, а сами пушим. Иллюзией танкуем. Микроконтроль. Пошел микроконтроль. Хорошо. И курица несет ПТ-ху. Изи башня на миде на 8-й минуте против Зевса. Вот так вот играем. Профессиональный ласт хит башни. Хорошо. Бля, это я с задержкой еще играю, чтобы вы понимали. Секунды полторы задержка. Ну ладно, не полторы, пол. Пол секунды где-то. Хорошо. Войда на мид прислали. Он там 6-й не может же быть. Или может вообще. Какой там левел Войд? 7-й. Нихуя себе. Мог купол въебать сейчас мне. Так, и БФчик. А как он собирается? Хуй вспомнишь, блин. То с Демон Эйджа, то нет. Хорошо. Все, теперь монобрик чуть-чуть. В двоечку. А то в единицу его мало, конечно, но... У меня выбора не было, мне пришлось максить третий на линии, в два взять. Хорошо. Морф ливнул. Неплохо. Зевс он ебашит, видите, даблкиллы. Я не буду ставить паузу, я морфом не жду. Ой, еще и сота, еще и фласку выкопать. Баунти, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, спасибо, Роман, твой трек врубил. Скажи честно, но я не байчу тебя, конечно. Оно того стоило вообще, вот такой трек ставить. Можно было поставить какой-нибудь более долгий трек, но более пиздатый. При этом какую-нибудь здоровую музыку, понимаешь? В итоге ты ставишь гачи, блядь. Зачем-то. Пойду на мид. Ну и морфу дам. Лопату оставлю, баунтосик выкопали. Да деха, я не знаю, зачем мне нужна. Она мне вообще не нужна. Если выпадет маска на Джор, тогда я подумаю. Может быть, заменю лопату. Баунтосик лежит. Охренеть. Хорошо. Зевса уебали, кстати. А Зевс так терпильно стоял мид. Лютый терпила, я удивлен, что его убили. Роман, спасибо еще за 1000 рублей. Стоило, братик. Еще как стоило. Ссылка удалена. Мне кажется, что нет. Спасибо за 1000. Что ты ставишь? А, у меня же предыдущий забаганный. Ща. По идее, сейчас будет. Ебать, что ты ставишь? Блять, что-то громко, нахуй. Что это за хуйня? Правда
Это такая дурка. That turns me on. Billy Harrington. Yeah. Ass. Spanking. That turns me on. It's a long process. Yeah, get your whole arm up there. It's an intense feeling for a person. I think for myself too. You go in places that, even though it's physical with your hand, for some reason it's also more emotional. It's more psychological too. And we both reach the same place. It's really strange. Так, ну сота есть пчелиная, с ней уже... С БФом и сотой вообще ХП мана реген очень жесткий. Ребят, напоминаю, что на антимагии у меня 0 поражений за жизнь. То есть для тех, кто, возможно, впервые зашел на стримец, ребят. На антимагии еще не проигрывал, не знаю вкус поражения. Поэтому... Показываю уровень игры. Баунти. А, вот баунти. Усатая вульва, всем интересно, как ты трахаешься с девушками, если то у них месячные, то у тебя? Ответь на прямой вопрос. Ах ты усатый шелунишка. КСТА ты осудил в прошлом донате чернокожих. Долбоеб на донате. Расист. Сибись от меня, долбоебина. Хуйню высираешь каждый день. Никто меня не остановит. Так, Яша есть, иди. Тайминги пока пиздатые, то есть манта, по идее, к 20 минуте должна вырисовываться. Это без фрагов, по сути, это два фрага, это, считай, их нету. Блять, иди нахуй! Да идите нахуй вы! Почему вы на миде стоите, блядь, конченые? Отъебитесь! Хорошая работа, да иди Олег. Нахуй! Иди нахуй! Почему вы все на миде, блядь? Почему все на миде стоят? Вам делать нехуй, что ли? Квойт на миде, раста на миде, а боковые линии... Вам линию хуярят, алло! Пацаны, блядь! Головы петушиные, тупо, блядь! Есть стрим-снайперы ебаные! Да там со стрима все, пиздец, блядь, стоят на ФК на миде все, Войт стоит в лесу, вот тут вот, ждет, вафля, блядь. Так. Нужна тир 2 шмотка, пиздата.
Ладно, друг. Ну ладно, я развел на три ульта. Власть, наверное. Ссылка удалена. Что это, блядь, за нахуй звуки, блядь? Кто это, блядь, сказал, нахуй? Брат родной от мамы другой. Сука, блядь, как ты здесь оказался? Я теперь не там, я теперь здесь. Фу, блядь, это пизда. Шо ты, еще усатый это... мой лучший друг, нахуй. Как твои делишки, малышка? Чуть ебало отцов. А я сидел, стеснялся, понял? Не знаю, почему-то я тебя начал бояться такого-то хуя. Зачем ты меня так морально даешь? Бля, прикинь, нахуй, недавно тупо шаболду выебал, бигдандон отмил, мил 40-летнюю, нахуй. Потом заболел и думал, что у меня ВИЧ, нахуй. Сидел два дня, гуглил, блядь, думал, что ВИЧ, нахуй, пизда, я так обосрался. Потом ты проснулся. Ну типа... Не-не-не-не-не, ну я типа милфу, короче, склеил, понял, короче, на сайте, нахуй, начался, блядь, включил свой харизм, обаяние, нахуй. Блядь, ну я без гандона, короче, начал ебать. И потом это, ну 40 лет, нахуй. Возможно, чья-то мамка своего чата, нахуй. Понял, резко температура появилась, ну и самые симптомы ВИЧа сразу гуглю, симптомы ВИЧ, температура, я думаю, ну все, пизда, нахуй. Нахрен снайпился. И шо, вылечился уже? А да я не болею сейчас, у меня штука невроз. Знаешь, что такое невроз? Что? Невроз? Ты не знаешь, что такое невроз? Нет. Да, короче, такая хуйня психологическая. Короче, у меня проблема с головой. Ну, типа, ну, а, да это хуже, я знаю. Не, ну, блядь, чтобы ты понимал, я вот за последние 2 месяца 2 раза вызывал скорую, потому что я думал, что я умираю, ну, типа, я задыхаюсь, я думал. Короче, ну, оно может такое быть и по-разному проявление. Shadow fuck up, give me money, please, check my alert, thank you. Ну, короче, понял, такая хуйня очень страшная, самая страшная болезнь, ну, голова психологическая. Догады, что все с мэна не можешь вылезти. Что? Решил в антимаге погонять. Да. Я тебя начал даже немного бояться. Я хуй знает, это уважение или что-то значит? Что это может быть? Лол, сука. У нас 3 американца в команде, нахуй. Ничего. Подожди, а ты фармишь там? Ты тащить вообще будешь? Где артефакты? Хуяли, я и ты же гонишь, я тривин уже. Спасибо за 1000, я позже отвечу. Тут начался пиздец какой-то. В общем, проблема с головой. Ну, ну не том плане, что я под долбоёб. Психологический, короче, психология. Ага. Кстати, Стрей, хотел спросить тебя, а ты не знаешь, что это за прикол? Ну, блять. Короче, понял, на моего Миктриса, он, типа, канал уже полгода в бане, и вчера на него чел зафоловился. Как это может быть? Я не знаю. Чё ты у меня это спрашиваешь? Так, ну, типа, ты ж разбираешься в этом, я не знаю, какой-то бах или что, просто... Так, короче, я в этом чел. Не разбираюсь, я ж не в банах. В чем ты вообще разбираешься, если не секрет? Ну, а в чем нужно? Ну, не знаю, в плане секса ты ас? А с какой целью ты интересуешься? На клыках хочешь заполучить, ебать, или что? Да нет, просто пару уроков взял. Нет, ты можешь довести малышку до оргазма за 5 секунд? Шутка про маму напрашивается, конечно, но я не буду. А ты какой-то немножечко озабоченный, да? В этом плане. Ну я не знаю почему, но у меня, кстати, часто ты член почему-то. Очень часто ты член. У тебя была такая хуйня? Никто меня не остановит. Вообще тема секса всегда интересная, согласись. Обо всем, всегда можно говорить о ёбле, всегда можно общаться о ёбле. Иду. Тебе интересно общаться о ёбле? О ёбле, конечно. Мне даже, мне... Ну, судя по всему, у тебя ее просто нету, поэтому ты только можешь кого общаться. Нахуй, кого нахуй, я недавно, когда Милфу ебал, она мне рассказала, короче, Адя. Она мне разжигает, короче, парень, запоминайте, ну, слова Милфы 40-летняя, нахуй. Девушку до секса сразу в трусики лезть нельзя, нужно ее ласкать везде, нахуй. Ласкать ее везде всегда, нахуй. Ну, в трусики лезть в последнюю очередь. Целуйте, лежите, все делайте, ну, в писю лезть нельзя.
Лути сосочки нахуй. Или шею, блять. Это самое главное. Ну, типа, это реально факт. Трусы лезть рановато. Блять, по-моему, беды с головой, типа. Что еще расскажешь из жизни интересного? Из жизни, ну, без пизды, я на самом деле не знаю, почему у меня такой большой член. Ну, я не знаю. Вот ты имел свой член? Не, без рофлов, у меня 22 сантиметра. Пиздец. Я на самом деле хотел спросить у мамы, типа, почему у меня, ну, типа, у бати большой болт или нет, но всегда, ну, это как кринжово выглядит, типа, ну, откуда, почему у меня такой здоровый хуй, нахуй. Пиздец, я не знаю, типа. Ну, вообще, в принципе, что, занимайся ММА, по факту, уже, как бы, не хочу уебываться, но КМСика взял по ММА. Никто меня не остановит. То есть, грубо говоря, там. КМСика по ММА. Я техникой. Я кандидат мастера спорта, да. У КМСника ты разве что взять мог? На губу ебать. Хорошо. Не-не-не. Это неправда, нахуй. Провокатор тупо. Сбудется по слову твоему. Не так, все пиздато, хуле ебай. Баб ебу. По гайду на баду. Бля, ты вообще дрочишь строй или нет? Реально интересно. Бля, почему все твои вопросы связаны с дрочкой, хуями и пёздами, блядь? Никто меня не остановит. Ну, потому что это интересно всем. Да нет, только тебе интересно. Ну, разве что ещё школьникам лет 12, может, осуждаю, конечно, это. Не, ну, нет, блядь, а что может быть интереснее ёблю? Давай так. Разве что политика. Политику нельзя, а ёблю можно. Бля, у тебя такая хуйня, что, ну, типа, когда типа гуляешь баба незнакома первый раз, ну, типа, ты тупишь, как укол ебаный. Типа, в интернете ты пизда харизматичный, в интернете, а в реале встречаешься, да. Ты просто, типа, блядь, не бэнимэ, нахуй. С дороги. Зола. А зачем тебе это знать, если ты не гуляешь все равно? Нахуя тебе эта теория? В смысле, я гуляю. Где ты гуляешь? Блядь, за гуляю. Сигаретами в магазин, разве что. Ты только не, меня покупай, не обижаешься. Петушиная голова. Блять, какой же охуенный чел на марке. По факту, вот реально, если ты бы хотел смотреть сигачу. Во-первых, не страшно. Идеален. Не страшно передвигаться. Я по буду молчать до конца стрима. Гурашан, я не читаю. Спасибо, потом отвечу. Спасибо, Станат. Давай тупо на доверие, брат. Короче, Олежа, будешь в Киеве, пиши, я тебя встречу, покажу город нахуй. Забери Эгис. Да, да. Да, Рошан, почему он меня хейтит? Спасибо огромное за 200, спасибо за 1000 роман и за адекватный трек. Спасибо за подгоны, я отвечу всем чуть позже, после катки, я думаю. Сбудется по слову твоему. Ускорение! Ща, мужики, отхиляюсь, секундочку. Развел на купол, на все, я с Аегой, подходите, ебемы. Красиво, нахуй. Ебать, они все стоят в миде АФК, ждут, пока я нападу на кого-нибудь. Чисто, когда услышали, подходите, ебем, чисто на еблю подошла мать на хубарана, ебать. На бесплатную еблю тупо, нахуй. Они, короче, все АФК в миде стоят, ждут, пока я прыгну, чтобы меня все скиллы нажать. А ты не прыгни, ты переиграй, нахуй. Готу пронканем, проебем игру, давай готу позелим пранк, нахуй. Бля, я сейчас начал нервничать, нахуй, у меня тело нагревается, пиздец. Спасибо, The Clackers, за брат. Первый донат. Здорово. Зацени мой новый трек. Постоянно смотрю твои нарезки и всегда хотел поставить свою музыку. Привет из Китая. Ай, нахуй. Привет из Белгорода, сейчас послушаем, а ну-ка, делись. Давай,
Давайте так, капу в чат, кто помнит, капу прайд, кто скучал, нахуй. Чисто на мужика ебать. Здоров. Бля, сколько раз с тобой уже этот морж попадал? Он живет на этом рейтинге, что ли? Я не знаю, ну много. Что, что? Помнишь, как мы с тобой начинали наше с тобой общение? Где я тупо тебя пинал на 6К на Миране своей? Пикачу еще ник был. Блять, что ты рассказываешь, что не за байки травишь? Ты, блядь, фильмов пересмотрелся, или что, передрочил? Перевозбудился, что за истории? Не, кстати, я уже два дня не дрочу, типа, я... Кого я, ты, я блядь, решил трахал, нахуй, кроме руки своей в жизни? Бери. Я сел на воздержание, ну, я просто прочитал такую тему, что, типа, если не дрочить, типа, не кричать около... Го, нахуй. Хватит пиздеть, блядь. Полетели, нахуй. Ты подрял, Вира. Во. Такие мувы будут только здесь или в Кларианта, нахуй, запитывай, поди ко нахуй. Го, помидор. Блять, они меня очень боятся. Не, вот ты же здоровый, нахуй. Бля, кстати, на фотках ты пиздамбал. Ты метра два, да, наверное? Не, пониже. Ну ты здоровый пиздец на втором инстаграме, на фарафе. Ну конечно фотки 14 года, ебать, такой вафлёр был, ты пиздец нахуй до стримов. Да хуёв, блядь, ты вафлёр. Чисто пиздец, тупо в Испании там это такое нахуй. Это фили тебя, мальчик. Гони спуш. Поехали. Сейчас на купол разберу. Развел. Изи, минус купол. Ебашки. Хорош, брат, я все сделаю красиво. Где он, блядь? Минус купол, видел. Дайбись, не будем брать отчет, что Миша минус 2 купол, да? Ну хороший трек на самом деле, неплохо. Блять, игра. Не, унылая игра, потому что в вражеской команде стрим снайперы. Они просто в пятером меня постоянно. Вот у меня две смерти, я умер 1-5. Они просто стоят в одном месте и ждут, пока я подойду, поставить у меня купол, все скиллы дать. Я должен был умереть 3 раза, один раз я выжил на фортах. Но просто максимальные терпилы. Ждем, пока кто-то вкачается, я не знаю. Надо Тараску в этой игре делать, потому что меня хейтят, когда тебя хейтят на антимаге, то 25 левел, правый талант, плюс Тараска. И получается заебись. Бля, ты, кстати, никогда не думал пойти в второй блок? Мы просто сейчас сидели с Хорем, сидели и думали, нахуй, что было бы охуенно, если бы ты поехал бы, допустим, в какую-то там Италию и понял все мои видосы в столе. Мне кажется, реально было бы для тебя охуенно. Там, ну, на Ютубе я просмотр минимум, нахуй. Чисто там по миру кататься. На скиле. Так сейчас же корона дышит. Не, но все равно, ты обдумал об этом травлблоге все дела? Согласись, ну это реально охуенно. Если что, можешь меня взять в гости чисто как секретный гость, типа. Знаешь, с точки зрения контента, может быть, но с точки зрения моего желания куда-то ездить, мне не хочется. Мне не хочется никуда ездить. А ты пошел бы Дудю тупо в гости? Ну, если бы ты пишешь, что ты пишешь, Олег, вся хуйня, типа, приезжай в гости. Пошел бы Дудю или нет? Дал бы тупо интервью, нахуй. Не пошел бы. Ай, не пизди, нахуй, а чё? Не знаю, блядь. Он бы начал всякую хуйню спрашивать. Иду. Не, ну подожди, давай представим, что я Дудь. Ты готов? Ну, допустим. Смотри. Привет, Олег. Нахуй ты со мной здороваешься, блядь. Не, ну нет, представь, ты ко мне пришел на интервью, ты пришел ко мне в гости. Привет, Олег. Так нет, а ты ко мне в гости пришел. Ну давай я к тебе приду в гости. Привет, Олег. А нахуй ты здоровый. Ну я Юра. Нет, так интервью уже. А, ну окей.
Давай. Вот ты, вот я пришел к тебе в гости, правильно? А ты употреблял? Сколько ты зарабатываешь? Сколько ты нахуй зарабатываешь? Представь, что я дуть нахуй. Ты охуел, если что, я готов... Что? Я дуть. Ты долбоёб, ебать. Это максимум твой. О, давай, давай тупо, смотри, просто фиксируй нахуй. Через год нахуй, фиксируй новое Дудя нахуй, тупо, блядь, Майк Трахер, блядь, дай это интервью нахуй. Я тебя пропиарю, брат, нахуй, я тебя реально пропиарю, блядь. Потом тупо заберу к себе волчец, нахуй. Будем тупо себе, будем тупо на Баду милф искать и ебать. Пиздец. Мне кажется, через год у тебя интервью будут в психбольнице брать. Ты будешь в рубашке лежать, ебать. В принципе, с такой хуйнёй это недалеко осталось. Недолго. Погнали пушить, блядь. Ты заебал, блядь, там соли свои хуярить, блядь. Пойдём играть. Сбудется по слову твоему. Полетели. Пойдём пушить. Захексил. Полетели нахуй. А русские, украинцы присутствуют в команде или нет? Опа! Попал тупо в дряво. Ебать тупо оливерхью нахуеть. Погнали. Никто меня не остановит. Бедный дед. Бедолага. Кусочек бебры. Смотри, тупо дряво. Смотри, развожу, парни. Ай, нахуй. А вот это реально красиво. Ебать, вы видели? Согласен? Я специально ему каст ульта сбил ультом. Я понимал, что я его не убью, потому что его маны практически не высосал. Но я понимал, что Ебать. Он сейчас купол будет ставить. Я ему сбил каст, и он не успел купол дать, и умер. Хорош. А у нас три типа вообще отрезают что-нибудь в игре? Они что-нибудь понимают вообще, что происходит? Не, нихуя его эти. Не, Скорпион играет. Вот Скорпион играет, прям пиздец. Кстати, как там твоя беговая дорожка? Что, там уже сбегаешь? Не бегаю пока. Что, ты привел себе форму, получается? Я ли некуда? Скоро форму буду приводить. Да и так уже подкачался нормально. Осталось подсушиться вот как раз на дорожке. У тебя не стыдно нахуй лето на пляжу ходить, чисто мужиков смущать нахуй, своим накачанным телом охуеть. Бля, ну без пизды я бы тебя облизал, не знаю, чисто с бы ты летнул нахуй, если бы. Добавь чисто 5 лямов баллов каналов, облизать тупо твои усы нахуй, за 5 лямов баллов каналов. Ну типа, каждый приезжает желающий, ну чисто усы лизнуть нахуй. Какие нахуй модераторы, блядь? Сколько тебе лет, кстати, сколько тебе лет для справочки? Мне 25 скоро. Как бы. На этом Майк можно... Майк Трахер, нахуй. Ютуб Майк Трахер, блядь. ББ, Олеже. Удачи, целую, обнимаю, нахуй. Удачи.